слезы. Я верю, боже мой. Ты вроде собирался... А, ты только я себе налил, да? Я тебя не слышу. Какой молодец вообще. Я налил. Все. Фу, меня не налил. Свет. Это так сейчас звучало искренне даже. Ну, блин, ну... Света начала от нас закрываться. Тупо сидит дома и никуда не выходит. Последний раз виделись, наверное, с ней недели две назад. Депрессирует. Да по Саше своему кнычек. Уже реально всех досталось с ним. О, привет, ребят, привет. Как там? Да, хорошо. Так вот, ты видел этого Сашу вообще? Я не знаю, как можно было в такого влюбиться. Очень странный парень, с виду весь такой правильный, культурный типа. А как в итоге поступил с ним? Лицемер. Нет, ну, допустим, если ты приходишь в компанию, так общайся, ну или хотя бы сделай вид, что тебе интересно. Поддержи беседу, я не знаю. Так нет, сядет где-то в уголочке высокомерный такой, и кроме своей Светы ни с кем не общается. А мы начали обращать внимание Светы на то, что Саша ей манипулирует, ограничивает во всем. Потому что сама она вообще ничего не видела. Мы Свете сначала намекали, потом уже прямым текстом говорили, что Саша не тот, кто ей нужен. Но это тот случай, знаешь, когда человек вообще не видит недостатков другого. Для нее он был просто идеалом. Ну и тут все резко изменилось. Саша сам ушел, ничего не объяснив. Просто исчез. Мне кажется, что он хотел от нее избавиться, но не знал, как это сделать. Света не сразу это поняла и еще ходила к нему, искала, звонила. А он мало того, что номер сменил, так еще и из квартиры съехал. Но это уже совсем больной, понимаешь? Ну и кто после всего остался с ней? Мы. Назад была онлайн. Что за бред? Что случилось? Света не открывает. Ты звониться не можешь. Я не видел свет, когда мы приходили. Не, ну я не уверен. Да просто сложно сказать, ребята, у меня сегодня не получается. Ну в чем дело? Мы что, маленькие дети какие-то? Зачем морозить? Зачем не брать трубку? Я сейчас... Как маленький ребенок. Саша по этому тоскует. Ну тоскует, так пусть объяснит. Да вот именно. Что она тоскует, а я планы настроил на сегодняшний день. Я хотел кальян. Нет, ты кальян, что-то делать. Да. Мне все равно, что она тоскует. Давайте ее как-то вернем, да, к жизни. Ребята, причем все это туса, просто человека теряем. Реально, вот с тех пор, как она с ним общается, она изменилась кардинально. Ходила, плакала, плакала. Теперь... Надо, чтобы она о нем забыла. Что вот и все. Ведь что мы можем сделать? Чтобы другого пацана ей найти? Да, ну, другого нет. Да, попробуем. Ну, кто у нас есть, давайте. Игорь наш, по-моему, очень даже смотрит на нее периодически. Вы так легко говорите, как будто вот так взять и Игорь с ней. А не, она пусть попробует. А кто этим займется? Да все займемся. А на день рождения? Я не могу себе представить. Да у Вики на день рождения посадим. Вместе на день рождения посадим вместе, и все. И Света. Не, ну вот это, наверное, Игорь, это Свет. Мы сидим рядышком. И они такие вместе сидят. А что я такой пустой? И мы будем со всех сторон. Давайте. Да можно вообще как-то придумать о Саше какую-то историю, чтобы ты его видел. Так давай тогда действительно. Блин, ну это же жестко. Чтобы ты его видел. Жестко, но зато отобьет желание. Типа о Саше какую-то херню, а об Игоре наоборот, что он супер цветочек. Костя, передай салат, пожалуйста. Да, сейчас. А кто пришел? Да. Спасибо. Не здоровья. Ой, булка улетела. Привет. Спасибо. Что вы пьете? Винцо. Водки нету. Коньяк пьем. До следующего. Ты, кстати, постройнел, между прочим. Да, а что только Лёша мне? Спасибо. Ну, угу. Пожалуйста. А ты не кушаешь. Милоса. Кушай, кушай. Поправляй. И лучка давай. Наверни. Мы будем целоваться?
За сколько мы вместе? Ложечку? Для чего? Мы сколько? Да. Знакомьтесь, это Алина. Привет. Привет. Ой, я тебя знаю. Мы где-то виделись? Может быть. Все, я вспомнила, где я тебя видела. На мастер-классе по темпу. Угу. Пару месяцев назад. Ты еще стоял в первой линии с парнем, с светленьким. Да-да-да, с Сашей. Саша? Да. Наш общий друг? Ну да. Саша уже полгода с девочкой встречается. Ну и что? Сразу после тебя с ней ушел. Его выбрали все равно. Женя? Что? Стол есть? Сначала... Ничего не отсадим больше. Илюша не шевелит, только я все лежу и на ребенка не гляжу. Очки Рейбан. Я соблазнила львеночка. Мы тебя проведем сейчас. Окей. Кость, пойдем. Ну идем. Проведем. А тогда Света сделает чай. Ну, реально ей помогли, я не знаю. У них хороший чай получится на двоих. Ну, мне кажется, мы ее спасаем. Да, но это с помощью лжи. Не, ну а что? Это же ваш поблаг. Какая разница? Главное, что мы делаем что-то хорошее. Вместе с Юлей на парах. Нет, это я как всегда, но у него... Могла бы помочь. Лёш, принеси печеньки. Юля, у меня угли. Спасибо большое. Thank you.
Дам тебе что-то. Лёва, дай кальян. Игорь? Я открою. А зачем ты ее позвал? Что мне надо было делать? Ну, сказал бы, что она вышла. Короче. Ребят, можно вас попросить уйти? Мы хотим поговорить с Сашей. В смысле? Ну, мы хотим остаться вдвоем. Хорошо. Всем привет. 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 Ну, как хочешь. Просто так как-то странно. Лёш, что ты сидишь? Звони.